Егор Крид публично рассказал о своих отношениях с Нюшей. А точнее, спел. Во время сборного концерта на сцене Крокус Сити Холл Егор изумил поклонников неожиданным текстом. Популярный певец исполнял хит певицы Нюши «Только», куда внезапно добавил лишний куплет, посвященным отношениям с артисткой, а именно строки, где говорится о том, что мнение отца Нюши сильнее, нежели их любовь. Я так часто пишу о любви, что любовь, заикаясь, напишет рассказ обо мне, и мы с ней заключили пари. Я напил твое имя на левой руке, и на самом-то деле летели недели. Тебе все твердили, у него нету денег. Какая к черту любовь, мнение твоего папы сильнее. Напомню, что летом 2014 года пресса впервые узнала о романе между Егором и Нюшей, который резко прервался, по слухам, из-за продюсера и по совместительству папы певицы Владимира Шурочкина. Нюша опровергла роман с Егором Кридом. Такая новость облетела интернет после того, как завидный холостяк исполнил песню «Только», в которой рассказал о своих отношениях с певицей. Нюша заявила, что никогда не имела отношений с молодым исполнителем. Правда, конкретного имени девушка не назвала. В официальной группе Нюша опубликовала целый пост. Дорогие ребята, мне очень жаль, что моя личная жизнь вас так сильно волнует. Она касается только меня, но создается впечатление, что вы о ней знаете больше, чем я. И то, что вы перечисляете в своих постах людей, с которыми я не имела отношений, особенно меня огорчает. Поклонники, конечно, сразу подумали, что этот пост посвящен Егору Криду. И тем самым Нюша открестилась от романа с 21-летним исполнителем. Егор Крид сделал откровенное признание. Певец впервые рассказал о романе с Нюшей и признался, что хотел от нее детей. Скандальное выступление Крида произвело фурор в интернете. В своей песне Егор рассказал о романе с Нюшей. По словам артиста, их отношения начались пару лет назад, но тогда парочка не афишировала свои чувства. Крид признался, что познакомился с Нюшей в самом начале своего творческого пути, когда еще практически не зарабатывал денег, а вот она была суперзвездой. Певец уверяет, что она была первой девушкой, по отношению к которой он был настроен так серьезно. Хотел детей и видел ее в роли невесты. А песню «Самое-самое» посвятил именно ей, как и невеста. Мои родители меня не любят, болтают ерунду, мол, он тебя погубит. Все говорят плохой, но это временно. Хочу, чтобы от меня ты была беременна.